По городским улицам ездит немало автобусов, возраст которых перевалил за 10 лет. Обновление требует и парк муниципального предприятия ПАТП-1. Сегодня там насчитывается 208 машин, 170 из них ежедневно совершают рейсы, доставляя пассажиров в разные концы города. В ПАТП «Большой штат» за баранкой городских автобусов трудится около 400 водителей. Кроме того, вместе с ними в рейс выходит 370 кондукторов. В отличие от частников, на муниципальном предприятии строго соблюдает все требования законодательства. Перед рейсом водителей обязательно осматривает врач, измеряет давление. Чтобы поддерживать автопарк в порядке, предприятие содержит большую ремонтную базу. Старый автопарк требует повышенного контроля за состоянием машин. На это тратится немало трудовых и финансовых ресурсов. Парк разный. У нас машины есть, в том числе и 2002 года машины. Значит, самые свежие машины 2014 года. За 14 лет машины сохранились. Они ежедневно выходят на линию, обслуживают пассажиров. А наша задача и цель – подготовить этот транспорт и сделать его в соответствии с требованиями, которые предъявляются к безопасности дорожного движения, выпустить его в исправном состоянии. Даже у железа есть физическая усталость. Оно не удерживает нагрузок, и своевременное обновление подвижного состава, безусловно, даст возможность существенно изменить затраты, связанные с содержанием эксплуатации, с ремонтом, с капитальными ремонтами.